Для парней где-то чуть-чуть такой легенькая встряска, не расслабон, там набили там мешок и пошли улыбаться. Я Сельмаш никогда не забуду. Это была супер команда, откровенно говорить, и супер зрители. Пошли попили водичку. Глоточек. Ванька, иди пей водичку, мы достанем. Особенно если дети ударились, то это очень легко сделать. Просто говори, что иди попей водички, и оно сразу же все перестает. Смотрите ясно о мини-футболе каждый вторник 21:00. И удачи всем.